Привет! Вы на канале Школы Вязания, и мы сегодня снова пополняем копилку рисунков. Значит, у нас вот такой интересный весенне-летний узор, ажурный узор спицами. Так выглядит он с лицевой стороны и вот так на изнанке. Видите? Красивый легкий ажур, вот такие накиды, очень ровненькие петельки получается. Выполняется этот рисунок на количестве петель кратно 6. Если хотите симметрии, как у меня, то еще плюс 3 петли. Повторяется вверх у нас 4 ряда. Также, если мы вяжем поворотными рядами, набираем дополнительно 2 кромки. Вот такая у нас кромка получается. Выполнила я этот рисунок из хлопка. Изначально петли можно набрать классическим способом набора, вот так на 2 спицы. Всего у меня набрано 17 петель, вяжем по схеме. Первый ряд у нас с лицевой стороны, крайняя эта кромка, снимаем. Так, дальше наш рисунок. Вяжем 3 лицевые петли, 1, 2 и 3. Делаем на спицу накид и выполняем двойное убавление, то есть 3 вместе лицевой. Для этого первую петлю снимаем, следующие 2 провязываем вместе лицевыми петлями и затем снятую петлю перебрасываем через провязанную петлю. Снова делаем накид. Последние 6 петель – это наш мотив. Повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Снять петлю. 2 вместе лицевой провязать, слева направо 2 петли подхватываю, провязываю вместе лицевой и снятую набрасываю на провязанную петлю. Еще один накид сверху. В конце у нас остаются 4 петли, эта симметрия вяжется как первые петли, то есть это 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем кромку вяжем всегда изнаночной петлей. Вот готовый первый ряд, лицевая сторона. Второй ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. Так вы повторяете, когда останется 4 петли, все 4 изнаночными. 3 изнаночных – это наша симметрия, и кромку тоже вяжем изнаночной петлей. Вот. Готов второй ряд на изнанке. Значит, в третьем нашем ряду петли смещаются симметрично. Значит, первую петлю снимаем. Наш рисунок теперь начинается с накида, затем двойное убавление. Одну петлю снимаем, 2 следующих провязываем вместе лицевой петлей. И снятую набрасываем на провязанную петлю. Делаем на спице накид. И 3 лицевые. 1, 2 и 3. Вот такой наш теперь мотив. Повторяем. Накид. Снять петлю. 2 вместе лицевой. Накинуть снятую петлю на провязанную. То есть двойное убавление. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот. И снова у нас вот эта часть должна вязаться как первая вот эта часть. То есть симметрия всегда вяжется как первая половина узора. Делаем накид, снять петлю, 2 вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. Есть двойное убавление, делаем накид и кромку вяжем изнаночной петлей. Вот. Готов. Наш третий ряд. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд на изнанке. Первую петлю снимаем. Теперь наш мотив начинается с 3 лицевых. 1, 2, 3. Затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем 3 лицевые. 3 изнаночные. 1, 2, 3. В конце 4 петли останется, вяжем 3 лицевые и кромку изнаночной петлей. Готовый четвертый ряд.
Данные 4 ряда наш вертикальный мотив. То есть повторяем с 1 по 4 ряды. Так, первый ряд у нас был петлю снимаем. Первая половинка это 3 лицевые. А вторая половинка это ажур, накид, 3 вместе лицевой или двойное убавление. Вот и накид. Вот далее, повторяя всего эти 4 ряда, мы получаем вот такой интересный ажур. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч!